Всем привет, с вами я, Павел Первый, и, в общем, я начинаю новенькое прохождение игры под названием Middle-earth Shadow of Mordor, или, говоря по-русски, Средиземье Тени Мордора. Итак, я, в принципе, эту игру ждал, мне она понравилась, как показывает геймплей, в стиле Assassin's Creed с гибридом, там, духа, всего такого прочего, и эта система Немезида, или как там ее, по-моему, не так, ну да ладно. Ну, короче, мне это понравилось, и я сделал предзаказ недавно, вот, собственно говоря, вышло. Конечно, вот, если бы я знал, что вот вчера именно, 29-го, получается, сентября, утром уже можно было бы скачивать, я бы сыграл уже 29-го, но так как я не знал, мне придется играть только 30-го, к сожалению. Ну, давайте начнем. Сюжетный режим. В стиле Warner Brothers типичный. Типичный интерфейс. Давайте слушаем. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by the last alliance of men and elves. It is here that for 2,500 years the rangers of Gondor stood watch, and while the strength of Gondor faded, the power он наш обосрался в крепости. Смотрите, сколько говна летит. Черная дыра уже. Ой, че за кошмар, не пиздец, кто обосрался, создал черную дыру, блин. Я еще... И кто мне это заметил? Ты чё, живой, что ли? Ты чё, сдохла? Кто-то мне в стиме пишет. Но это не отобразилось. О, нет. Клинок сломался. But is it perfect swing for killing chicken? Wouldn't want to hurt you. Take a lot more than that. Dear Hyle, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Еще поделитесь с сыном, дайте ему того, что он заслуживает. Ага, стереосайская. Где нафиг? Блин, я не понимаю, кто из них сын, кто отец? Я уже сколько его ударил. Вот так. Ясно, понятно. А, да как я посмел моего сынишку убить вообще? А, я еще живой. Руки какие-то глупые вообще. На! Отлично. Кто там еще есть? Так, на самом деле очень прикольно, но по-моему немного громковато. Давайте потише сделаем, что ли, музыку. Звуковые эффекты, диалоги погромче, потому что их ни хрена не слышно. Так, вот так лучше, думаю. Будет. Father, they charge faster than I can strike! Stand fast, dear heart! My strength is ours!
Так, иди сюда! Блин, ну вообще прикольная боевка. Ах ты! Так как ты посмел? Он сдохнет, давай! А почему тут только вдвоем, а? Ой, да ладно, я не знал, а? На, соси, орк. These orcs are much stronger than any we've ever seen. They're not orcs, they're mimics. They're far worse. There's too many. Go find your mother. Go find your mother. Keep her safe. I'll be right behind you. Go. Там у вас даже турки. Окей, теперь мы Сова. Или не Сова. Am I dead? You are banished from death. Смерть отринула, что? Ты же призрак, как ты его руки держишь? Похоже, вся фишка в этой игре будет это вечные переходы. Какая деточка! Подарю-ка я ей цветочки. Скайрим начинается, короче. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. The Ahai will not come willingly. There must be a better life than this. But soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Stealth is my only advantage. We should be a blast away. Stinks dark flesh. Отлично. Интересно, вот логика игр. Ты убиваешь кого-то и... вроде бы это слышно, но никто не реагирует. Он же орёт, кричит, ну что-нибудь такое, да слышишь? Ничего, глухие что ли какие-то, а? Так, ну всё, ща я тебя зарыжу. Опа. The sword down, Ranger. The black hair wants him alive. Take her. Она и так взята, блин. Выжил, однако. We'll be together, my love. Soon. Forever.
только вернулся. What is this place? See for yourself. What has happened to me? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. То есть, по сути, получается, он теперь бессмертный. И пока не снимет себе это проклятие, будет вечно жить. Чувак, что тебя не устраивает-то? А хотя да. В принципе. Сына убили, жену убили. Что ему остается еще делать? Сам он тоже, типа, сдох. Кусок буквы О не дорисовали! Фу, текстурки! Ну ладно, может, это фишка. This looks familiar. Kalian killed a nobleman, Yoreth. His life now belongs to Gondor. Я типа загрузочка. Что-то я смотрю, что уже давным-давно загрузочные полосы не в моде. Даже прогресс не позыришь. Приковать. Пыдыщ. Угу. Блин, столько всего объяснить, что за предмет и что это такое. Еще то вообще. ВСД, удерживаю пробел. Сэр, мы missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Давай, попробуй. You will suffer for what you've done. Где, чтобы призрачное оглушение выполнить? Да сдохни ты уже, а! Да я так и не прорезал, ешь, что это? Так, ладно, сейчас попробуем. Ух ты! На! И отсоси у него. Говнюк, говори! Удивительно, теперь счет 240 гигов почти. Ясно, понятно. Теперь ты мой урк. А, теперь вам известна личность Геймуба. Или Геймуба.
Это поможет выследить его. Его прозвище Работорговец. Ясно говорит, чем он занимается. А еще вы узнали его рейтинг силы, по которому можно предположить, легко ли с ним справиться. Рейтинг силы, это так нужно в жизни. От рейтинга силы врага зависит и награда за победность с него. Именно руна, улучшающая оружие и сила, набирать которую потребуется для получения доступного уровня способностей. Нажмите пробел. А, так, ясно, понятно. Нажмите пробел, чтобы отметить цель. Ясно, понятно. Все сделали. Очень много роликов, поэтому все только весит. То ладно, как. Trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. И как новенький. Так. Сейчас понятно, пойдем вот сюда. World has changed. Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in done. I don't understand why I'm here. Беги, человек! Я думал, ты орк, конечно. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Это прям какой-то реально Assassin's Creed. С графончиком немного. И, кстати, не играя на ультрах, смысла нету. По сути, я видел некоторые скриншоты, и если этому верите, отличий даже нет. Ультр от высоких. Сейчас мы найдем того, кому продали собачонок Грог или чего там. Пацаны, что-то у вас тут довольно пустовато. Окей, понятно. Well, this doesn't bode well. Don't you see? The prisoner created a distraction. Избили пленничка. Why use your human sight to track the Uruk? I see more than any mortal. Has been skulking about. Bleed, you weakling! Slay the orc captain. Cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers, I must take out the eyes of the camp. I heard the slave begging for mercy. Begging you for his life. If one more runs, we'll be out of poles. Так, чуваки, потише там. Тут лестница есть. Today it'd be a hell of a lot easier with more grog. На. Получено очко. Открыть способность. Так, что тут есть? Тут столько всего, что я мне даже особо нечего сказать. Так, что это? Так. Ничего мне прокачать? Вот это, наверное. Боевое добивание. Ясно, понятно. Ну, короче, Warner Brothers в своем репертуаре сделали в стиле того же Бэтмена с этим прокачкой, комбо-удары и все такое. Это все в их стиле, в принципе. Ха-ха-ха!
Интересно, где это оружие дистанционное, блин? На! Ай, блин! Какие-то лучники мажущие, если честно. А вот когда я буду бежать... На! Так, ну и где еще? Тух ты, ни хрена себе я сбираюсь. Ой, мазива-то какая! Это тут хотя бы знает, что я туда шел. Так, тут что-то иногда изредка FPS проседает такой. Так, и где у нас еще лучники? Так, чё? Чё это свесится на руках? Чё за стрелы? Ясно. Теперь сейчас как я на него спрыгну. Ну блин! Так, получай! Да, конечно. На! Ах, получай. На. Ну блин, ну какого хрена не жмется F-ка-то? И что-то нажалось, короче. На! А, что-то как-то он тупо умер.